Это вечернее шоу «Вятка Тудэй», мы продолжаем. Дорогой зритель, вспомни, пожалуйста, все то, что ты знаешь о бардах стереотипного. Бард должен носить бороду, должен носить свитер и иметь гитару. А теперь, пожалуйста, возьми эти визуальные стереотипы, оставь их, а вот внутренние отбрось, поскольку у нас сегодня в гостях Дмитрий Вагин, человек, который не является бардом. Да, вот так. Наверное. По поводу барда, что могу сказать? Бардовская песня – это сложившийся достаточно жанр. Я занимаюсь авторской песней и как раз пытаюсь... А это уже не бардовская вещь. Пытаюсь расшатывать эту лодку. Моя задача – найти новый какой-то... новые стандарты. Но когда твои шаги плохие в ритме раги, то не береги себя, жги, жми курки отваги. Эй, слышь, пора выдыхать, тебе пора выдыхать. Слышь, пора выдыхать, тебе пора выдыхать. Скажи, пожалуйста, как становятся бардами? Ну вот как, ну, авторами, исполнителями? Да, все-таки этот термин больше использовать будем. Авторами-исполнителями. Вот как у тебя стрельнуло в 12 лет, что надо писать песни? У нас была очень большая и разнообразная фонотека в семье. Пластинки бардов всех мастей, которые были у моего отца, и весь русский рок. Плюс моя сестра играла на гитаре, занималась там спортивным ориентированием туристской песни. И вот эти вот моменты... И у тебя шансов-то, походу, и не было сразу. У меня не было никаких шансов, при том, насколько моя мама бережно относилась к поэзии, бережно относилась. То есть я застал еще эти моменты, когда переписывали в большие общие тетради стихи подруг и стихи, и просто хорошие тексты. Одним из этапов становления было Щепкинское училище. Да. Которое из... человек, который писал стихи где-то, да, песни, превратил тебя, пыталась превратить в актера, но превратила в итоге вот вообще что-то третье. Не вышло у меня работать в театре, в кинематографе. Ну, большие сложности у нас с кинематографом, потому что уж тогда имеет смысл, может, как-то в банковский сектор уйти, я считаю. Выбирая между кино и Сбербанком. Я бы выбрал Сбербанк. Ну, нет, хотя смотря какое кино, есть классное сейчас русское кино, но его настолько мало, настолько это сложно. Все. Авторская песня – это то, что... не спрячешь, то, что вот это как шило в мешке. То есть это то, что в итоге прошло со мной, осталось, и я очень благодарен этому. Дим, на секундочку прервемся, поскольку самое время немножечко понести добра в массы с помощью рубрики «Пристроим вместе». Итак, друзья, перед вами собака Найда и ее грустная история. Первые хозяева ее бросили, а другие взяли на лето в сад, но как только наступила осень, собака стала не нужна. Теперь Найда живет в садовом домике одна и ждет появления надежных и любящих хозяев. Найде год, она стерилизованная, сделаны все прививки. Характер у нее ласковый и очень спокойный. Собака проявляет охранное качество. Подает в качестве компаньона и в квартиру, и в частный дом. Если вы хотите стать хозяином для Найды, звоните по номеру телефона 8 922 669 55 60.